Пошла, родимая! Что? Квест. Ой, что он сказал? Ругнулся, наверное. Секундочку. Галя, уйди нахрен, ну была же команда, замерли. Ощипать. Что, не успели, что ли? Я жрать хочу. Еще минута, и фотографию можно делать на памятник. Слушай, а можно фотошопом ее из моей жизни вырезать? Значит, надо заново в ЗАГС идти и штамп ставить? Не, Галя, я не пойду. Второй раз наступать на эти грабли я не буду. Будет греть твою душу. Коль, давай. Еще бы. 60 градусов. Ты где свою одежду постелил? Сдал в общество дебилов. Приходи, там тебя оденут как почетного гостя. Ты как там, держишься? Да пошел ты! А что это за мина-то вообще? Ну сейчас вот ногу подниму и посмотрю. Полина Ивановна, вы выйдете за меня замуж? А? Да ладно, ладно. Я вам не верю. Вы сейчас это говорите только потому, что я в трусах. А он посимпатичнее не мог найти? Мог бы, но был молодой, горячий. Выбрал вот такую. Встань за Леню. С тобой, давай. А то, знаешь, что случится, Галя меня с того света достанет. Выпьем? Можно? Нужно. Сейчас по телевизору мою Люсю будут показывать. Кто-нибудь беспокоит? Беспокоит. Там второй тайм начинается, а ты мне дальним по глазам светишь. Ну, Костю, Костю. Галя! Египетская сила, никак не могу привыкнуть, что ты все время рядом. Ты посмотри, как должна быть одета домработница. Господи, какая гадость! Встаньте от моей жены. Теперь на прием к матери будете через меня записывать. Я хотел бы, но не увижу. Потому что я за эту неделю сдохну от скуки. Я слышал, у тебя там на нашей парковке какой-то инцидент произошел. Да какой там инцидент? Вот когда я Галю на заправке забыл, вот это был инцидент, а это так.